классный руководитель, вторая мама. Дорогие Жанна Ивановна и Диана Артуровна, кто-то из нас с вами всего 3 года, но кто-то и целых 8 лет. Но поверьте, что все мы вас очень сильно любим, и нам правда очень хочется с вами прощаться. Примите от нас искренние поздравления. Мы никогда не забудем ту, которая неизменно изо дня в день была рядом с нами. Нам невероятно повезло, дорогая наша Жанна Ивановна, попасть в наши нежные, ласковые руки. Вы показали каждому из нас, чего он стоит. Мы никогда не забудем ваши шутки. Всегда могли обратиться к вам в трудную минуту. Мы всегда находили компромисс даже в самых безвыходных ситуациях. Вы вложили в нас столько сил и энергии. Вы сделали нашу школьную жизнь веселой и увлекательной. Вы стали для нас настоящей второй мамой. У каждого из нас вы навсегда останетесь в частичке сердца. Я точно уверен, что в сердце каждого из вас есть место для каждого из нас. Ведь оно у вас такое большое и доброе. Уважаемые учителя, мы хотим, чтобы наш выпуск остался в вашем сердце надолго. А сейчас я хочу частично пишу каждого из вас закрепить на этом сердце, чтобы она никуда отсюда не исчезла. Жанна Ивановна, только представьте, что больше никогда не назовет вас по имени ваша любимая Аня Фогова и Таня Круз. Не опоздают на ваши уроки Роберт и Андрес. Не прочтет свои стихи Аня Александрова. Не поможет починить проектор Влад. И только представьте, вам больше не сыграет на фортепиано ваша Лиза. И ни о чем вы не поспорите с вашей любимой Даной и Артемом. А Маша и Саша не отчитаются об отсутствующих в вашем классе. Арина и Полина Малахова не будут совмещать школу со спортом. Не врубутся за 10 минут до конца урока ваши Полина Игоренко и Лана. Не порадуют успехами в учебе ваши Сандра и Катя Садкова. Больше рэп Артемий и Андрей. Диана Артуровна, только представьте, никогда больше Алекс не ответит на русские стихотворения. Никогда больше не выиграет 100-метровку Лера Качан и Паша. Но Артур не привлечет ваше внимание. Не подготовит команду по баскетболу Дани Беркач. Ваши Беата и Моника никогда не поставят вашу школу. Ваш компьютер не гений Дани Тимченков и Артем не вытянут ноги под партой.
А у Лены и Ланы больше не будет проблем с русским языком. А ваша Арина больше никогда не станцует вам на этой сцене. Не увидите больше за партой Стива, Нормана и Дима. Не услышите больше веселый смех Валерии Столяровой. Я надеюсь, вы никогда не забудете своих Мартина и Никиту. Подарим вам наши замечательные сердечки, и мы спрятали их в ваше одно огромное. В каждом из них, естественно, самое откровенное, самое сокровенное, что каждый из нас хотел бы вам сказать. Но, как мы уже сказали, вы делаете нашу жизнь веселой и радостной. Поэтому улыбнитесь, пожалуйста, наши самые. А теперь обратимся к учителям. Спасибо вам за то, что все эти 12 лет вы были нашими наставниками. Спасибо за советы, за поддержку, за знания, которые вы нам дали. Теперь, покидая порог нашей школы, мы всегда будем помнить те порой сложные, но всегда счастливые часы, проведенные вместе с вами. Благодаря вашим стараниям, терпению, сегодняшние выпускники станут великими людьми. Ведь каждый из нас стал особенным по-своему. Вы открыли нам новые горизонты и новые знания. Все, что вы сделали для нас, и не перечесть. Спасибо вам за это.